новость Народився 26 вересня 1932 року у Душанбе. Письменник його роман Життя і незвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна з сатиричним описом радянської дійсності заборонили до друку в СРСР. Переслідувався владою. Був отруєний КДБ. у 1980 році. Висланий із СРСР, а в 1981 дев'ятсот позбавлений радянського громадянства. 12 років жив у Німеччині і США у 1990 році. Войновичу повернено громадянство радянського союзу. Мешкая под Москвою, одруженный, моя доньку и сына. Сегодня вы не жалеете, вот зная, сколько вам пришлось пережить, перенести, перестрадать, зная, как была искорежена жизнь, зная, что вас чуть реально не отравили, не свели в могилу. Да, да. Если бы было в вашей власти, в вашей воле изменить ход событий, вы бы его изменили? Вы бы изменились сами. Вы знаете, что нет, в, в целом нет. Но просто я думаю, я вел себя немножко глупо, знаете как, вот меня вызывали там какие-то кабинеты каких-то начальников, да, и там можно было быть под Да, да, вот по дурака, да. И, кстати, многие так и считали, что это автор Чонкина, это он сам Чонкин, да. <laughs> сам дурак, и дурак там, да. Да, да. И так вот <laughs> можно, было, можно было делать вид такой. А они, кстати, к таким людям относились а, снисходительно. А, а что я, с дурака возьмешь, Да, не? а я начинал говорить там правду-матку. А это все а, в закрытых помещениях. Это никто не слышал, кроме этого начальника. Но этот начальник уже настраивался против меня. Вот, например, была такая история. Однажды меня пригласил к себе... Был такой Николай Трофимович Сизов. Был ну такой. конечно, Мосфильм. Да, но он до Мосфильма у него была большая карьера. Он где-то был, по-моему, с... С генерал МВД он был. Да, и он был, не знаю, был ли он, он был начальником МВД, не знаю, был ли он генералом. Значит, но он был до этого на радио он работал. Угу. Я, он меня приг... он меня взял на радио работать, когда песня это была, да. И больше того, я ему даже чем-то был обязан, потому что он меня взял на работу младшим редактором, я там работал, там я написал эту песню и, и, и все такое, и потом он меня не не хотел отпускать, когда я хотел уволиться, а потом уже, когда он, вот он был, когда уже он был возглавлял МВД московское, нет, он потом был заместителем заместителем председателя Моссовета. По, э, по в, в, милиции и по культуре Партия бросала да. его на разные ответственные да, да, участки Да, да, <свят> да, да Это уже потом он стал По а, милиции да, и по да, культуре да, 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 да. И вот он меня тогда Значит, да, а до этого еще он сделал мне очень большую услугу. Он, однажды я, я жил в коммунальной квартире, и вдруг, значит, мне сказали, что СИЗОв куда-то там звонил, куда-то хлопотал, и мне позвонили э, откуда-то там из Московского комитета партии, хотя я был не партийный, и сказали: Вот мы знаем, что у вас тяжелые жилищные условия, все, тоже после песни, после все Короче говоря, у меня, мне дали э, квартиру а уже вот в какие-то когда я совершал другие поступки вот он как-то позвонил мне и попросил прийти вот в моссовет я пришел и мы с ним долго сидели и курили его сигареты Кент, который я первый раз Да, тогда я их не видел никогда, таких сигарет до этого. Курили и разговаривали. Он говорил, ну что ж ты, я, говорит, мне другие не интересуют. Но когда я услышал, Володька Войнович вот попал в эту ситуацию, ну что ж, вот я ему говорю, ну, Николай Трофимович, ну, как же, ну, ну, ну что же ну, что же делать? Я, я, я еще апеллировал к советским начальникам, так что, ну, это же во вред советской власти, да, потому да, что, да. ну, что, ну, вот, посадили Синявского, Даниэль, что вы с этого имеете? Кроме неприятностей, ничего кроме неприятностей. А это вызывает э, какую-то волну, там, <coughs> э, там, западные коммунисты уже против тоже э, советского. Все это я ему говорил значит потом все мне э, и, и до меня очень скоро дошло, что он написал куда-то записку, что войной непримиримый враг советской власти, значит с ним разговаривать бесполезно и все такое. Я был я был просто потрясен, понимаете, что так. Вот. Но с ним-то я еще говорил, с ним я еще говорил э, так э, мягко доверительно, да. Да, а с другими я э, я говорил резко очень резко, а они потом мне мстили все вместе. И вот, вот это можно было избежать. Но все равно бы судьба была бы примерно. Вы, такая. мне кажется, такой бескомпромиссный и упрямый человек, да? Ну, нет, почему? Я наоборот, я считаю, я вообще считаю, что без без компромисса жить нельзя. Вот тяжело во всяком Поэтому, случае. Да. Да. Но есть разные вещи, есть компромисс, есть конформизм. Да. Вот это вот разные вещи. Страшно я... вам никогда не было? Было почему? Вы понимали, что может плохо закончиться? Ну конечно, я понимал, конечно. И. Но знаете, что дело в том, что я скажу, это было как на войне все-таки, вот, и это было это была война. И на войне, как я себе представляю, когда человек попадает, свистит, слышит, как свистит пуля, ему, наверное, очень страшно. Особенно, когда э, свистит бомба падающая, да и рвется где-то рядом, да, то, наверное, очень страшно. А потом привыкаешь. И потом возникает, когда на тебя враг нападает, то ты то в тебе возникает ненависть к врагу, которая делает тебя бесстрашным. Потому что, ах, так, тогда так. Вот когда меня отравили, я тогда сказал, много раз сказал, что ах, хорошо, так, значит, все, я считаю, что моя жизнь закончена, а теперь вы со мной вообще ничего не делаете, можете пробовать. И они пробовали, и я им показывал, что Где я, раки зимуют. Э, не раки зимуют, это а я показывал им, что моя жизнь копейка. Вот, а ваша, вот а за, за свои. Э, там, там, ну, я не знаю, там, они такие вещи со мной вытворяли. Я выхожу, я на машине езжу. Мне говорили, кстати, я купил тогда машину на деньги, которые на Западе заработал. Купил машину, мне говорят, что ты делаешь, тебе аварию строят. Я говорю, ну, мало ли что, они могут... Кирпиз. Какая машина была? Жигули они могут устроить на западные деньги а машину советскую купили западно здесь купить нельзя было но я бы кстати и не купил тогда вот да тогда на западной машине ездил только Высоцкий и Карпов чемпион мира по шахматам так, вот. Могут аварию устроить, вам сказали. Да, да, нет, ну я говорю, ладно, значит, ну, короче говоря, ну я когда ездил, то за мной всегда машины, вот они меня пробовали. Я выхожу из машины, их машина объезжает меня, и так цепляет полу, очень хороший водитель, очевидно, полупальто, знаете. Э -э -э получил слово полупальто. Я, я по, полу, полу пальто. И на, целого да. пальто. Да. Значит, вот, вот так цепляет, да? Значит, я тогда в следующий раз выхожу из машины, смотрю так глазом, она, опять она выезжает, эта машина, да я раз на середину, они думают, что я буду прыгать на тротуар, а я на середину дороги. Вот. Они поняли. А я понимаю, что, наверное, у него приказа нет сейчас меня давить. Если бы было, он бы уже задавил, да? Значит, он, он сам пугается. Я знаю, что... Я ему Оказывается, что мне моя жизнь копейка, а ему э, выговор получить не хочется, понимаете? Вот. Ну, они думали, наверное, сумасшедшие точно. Ну, наверное, конечно, конечно, да. Вы 12 лет прожили в Федеративной Республике Германии, в США. Назад не тянет? Нет, назад меня не тянет, но у меня... Но и вперед тоже. Да, и вперед тоже. Нет, вы знаете, я бы сказал так, что очень хорошо чувствовать себя свободным человеком. И если бы мне запретили наездить на Запад, я бы, э, ну, я бы это очень остро воспринял, вот, а, э, и я с удовольствием езжу, вот, я в октябре поеду, э, там, на день рождения моей дочери, или у вас, может, как у вас, я знаю, что телевозчики, телевизионщики иногда говорят, не говорите время, когда, потому что в какое время запись? Нет, нет, нормально, да, да. Нет, просто там, если она у вас будет в ноябре, а я говорю, в октябре поеду. Вы да. не пожалели о том, что вернулись в Россию никогда? Нет, я не пожалел. Ну, потому что я могу уехать. Ведь, значит, и мне ничто не мешает уехать. Обида на Россию вот была у вас до не, сих не, пор? У меня, обида не, на, у меня не, не, об, не на Россию обида, а я бы сказал, обида на судьбу России, вот. Мне Хорошо обидно. Хорошо сказали. Да, да, да. Мне обидно, что у России такая э, безнадежная судьба. Вот из одного в другое все. -то... А надежды нет? Да нет, надежды всегда, говорят, есть. Вы знаете, но у меня надежды на хороший исход, как ни странно было, больше в 80-м году, когда я уезжал, потому что я чувствовал, что э, надвигаются какие-то перемены. Чувствовали? Да. И ну да, я даже тогда говорил много раз, это у меня, у меня есть подтверждения такие документальные, потому что я выступал по голосу Америки, в журналах каких-то писал, я говорил, что... И у меня было предчувствие, что перемены будут к лучшему, потому что я считал, советская власть дошла до такого большого маразма что уже дальше некуда и должно что-то кончиться. Мне говорили нет нет это на тысячу лет. Я говорил нет скоро кончится. Вот. А сейчас у меня предчувствие тоже предчувствие перемен есть, но я не уверен, что они будут. Хорошими. Вы знаете, да. я так понимаю, что вы показали себя пророком, что Павлу да. Глоби до вас далеко. Москва 2042 год, да? Москва 2042. Да уникальное произведение с точки зрения пророчества. Вообще, всегда большие писатели, всегда пророки, правда? Но вот вы, вы предсказали уникальные вещи. Да. Вы предсказали, что придет КГБ, руководит да. Россией, да? Да, резидент советской разведки в Германии. Резидент. Да, давайте сразу скажем, в каком году был написан роман «Москва-2042»? Ну, он был напечатан в 1986 году. Значит, в 1986 году вы сказали, что Россия будет руководить резидент советской разведки в Германии. Раз. Про церковь что вы сказали? Да, что она объединится. С, с КПСС, с, да? с КПСС КГБ. Да. <laughs> да, да. То есть все произошло да, точно. Да. Еще вы что-то сказали там такого? Да, что-то я не знаю. Есть какие-то люди, которые список составляют. У меня там еще есть, значит, бурят-монгольская война. Есть, да. Где отличился, кстати, от президента? И, значит, великая августовская революция, так? А, вот. И что-то еще есть, да. Поразительно. Вот как вы это написали? <свист> 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 просто так? Нет, нет, не просто так, не просто так. Я думаю, что вы знаете, что вообще писатель, когда, если, если о нем можно говорить серьезно, как о писателе, он же человек думающий, да. И я когда писал, я себе э, представлял какие-то те тенденции, которые уже были видны. Например, в 80-м году, когда я уезжал, я видел, что уже э, вот люди из КГБ, они проникают в высшие слои руководства, они там у всех у генерального секретаря, и секретарей других союзных писателей, они там где-то в советниках, вот и какие-то международные отношения, в общем, они, они там потому что потому что они более образованные, чем эти партийные люди раньше, ведь говорили о наших руководителях типа Хрущева, говорили так, что он кончил ЦПШ и ВПШ, церковно-приходскую школу и, и высшую, высшую партийную, партийную да. да. Вот, а эти кончали уже высшее училище КГБ, там или как оно у них называлось, вот и они изучали языки, они многие, значит, на Западе. Там были резидентами или кем, они видели другую жизнь. Посмотрели жизнь, жизнь да. да. И потом от них требовалось иногда представлять какую-то объективную картину жизни, что они, может быть, поэтому я представлял себе, что они придут к власти в конце Но концов. Ну вы пророком да? себя ощущаете после нет, этого? Нет, не ощущаю, потому что потому что пророк это который просто так, а ну вот вот у нас у нас же очень много экстрасенсов всяких, которые да ну и таких предсказателей астрологов типа глобы и и там всякие джуны да ну такого никто не мог предсказать. Да, ну вот я не знаю. Да, нет, я анализировал кроме всего, да интуитивно конечно что-то чувствовал. Но я анализировал, например, значит, тоже с церковью. Я видел, что у меня был, был друг довольно близкий, мы с ним на этом поссорились. Он, значит, был до этого пламенным комсомольцем, когда-то. Потом он стал тоже диссидентом, и уверовал, как говорится, значит, уверовал. Это с комсомольцами бывает. Да, 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 да. Он так, когда-то еще в молодости, он мне говорил, ты думаешь, вот Бог есть, вот я сейчас плюну, и мне ничего не будет вверх. Я говорю, плюнешь, на себя попадешь. да. А тут, значит, вдруг приходит, да, вдруг приходит крестился. И, короче говоря, неважно, наши споры сами по себе были смешными, но дело в том, что он мне говорил, что церковь ⁇ это самая страшная сила в советской власти. И вот с чем власть никогда не, 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 при, не сможет примириться, это, это с церковью. Я говорю, очень скоро примириться, очень скоро, потому что я же видел, что они сближаются. Сращивание идут. Сращивание да? идут. Потом я видел, что уже многие партийные, там, они там, та, тайно крестят своих детей, а когда, когда умирают и вовсе требуют, чтобы их похоронили по христианскому. А вы в Бога верите? Я у меня свое, я агностик вообще, я в такого, я не верю ни в какое представление о Боге, так, потому что я думаю, оно вообще человеку недоступно. Вот, потом я не верю никаким доказательствам э, существования Бога. А их нет. Да, и не верю никаким э, доказательствам, что его нет. Понимаете? Так что в общем я так. Вот, но я я я считаю вот что, что есть какая-то вещь, значит. Вот э, в человеке, вот некоторые люди считают, что если в Бога не верит, значит, вообще, э, э, если в Бога. Если, если не веришь в Бога, может быть, убийцей, насильником, кем угодно. Но я знаю, что во мне, в человеке, я имею в виду не конкретно себя, но в человеке есть та, такая вещь, которая называется совесть. Я не знаю, откуда она в нем берется. От папы с мамой. Э, ну и да, и от папы с мамой, и от целого всего, что было до, до папы с мамой, да, вот, откуда-то это есть, это, это как-то вложено, наверное, это есть глаз Божий, который, как, как он выглядит, это, я я никогда не ну и даже представить себе не могу и думаю это невозможно. Когда люди вообще думают, что человек создал по своему Бог создал человека по своему образу и подобию, да? Это вообще нахальство даже так думать, я думаю. Вот. Я вас процитирую. Вы да. сказали, у нас капитализм с ностальгией по коммунизму. Да. Что происходит сегодня с Россией, на ваш взгляд? С Россией происходит, ну, во-первых, происходит... Беда. А, а, беда, происходит, и да, совершенно верно. Происходит беда, происходит а, такая а, холодная гражданская война, которая сейчас очень сильно обострилась. Вот, она все время была, но при советской власти ее более, она была более-менее притушена, а... Но она все равно существовала, ее огонек тлел, а вот уже после 90-х она, и, и сейчас она обострилась, сейчас, даже как никогда. Сейчас просто есть два, две враждебных друг друга категории российских граждан, которые готовы друг друга убивать. Вот. И будущее туманно. Будущее, будущее тумана, да. Будущее тумана. Я, мне не хочется быть пророком, но я боюсь, что пророчить буду. Но мне, мне бы не хотелось чтобы так было. Мне, кстати, я и в Москве тоже я написал, что я вовсе не хочу, чтобы так было, как есть. И, и, и готов пожертвовать своим званием пророка. Вот, и сейчас я, я бы не хотел, но я боюсь, что наша ситуация сейчас так обострилась, что благополучного выхода из нее, него, из него, пожалуй, нет. И если будет новая вспышка противостояния двух сил в России, серьезная уже, серьезное противостояние, то Россия это может не выдержать и может распасться. Вполне. Какова разница между советским режимом и нынешним? Нынешний, нынешний режим, вы знаете, он более... Как ни странно, я, я, у меня нет ностальгии по советской власти, я все равно... А... Я считаю советскую Советский Союз советской управляемой коммунистической партии, я считаю империей зла, как как Рейган, как, сказал, как Рейган да. сказал. Да, вот поэтому никакого снисхождения тому режима. Но как ни странно, та идеология она еще сдерживала этих самых наших верхних начальников вы сейчас если посмотреть там дачи, на которых они жили казались да, роскошными да. сейчас кажутся вообще так убогими такими да они 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 тоже воровали но но не так много да вот вы знаете кстати к слову я знаю одного я получил здесь квартиру, когда вернулся, мне дали квартиру в номенклатурном доме. Последнем, по-моему, в Москве дом, доме, который строился для номенклатуры. И я там получил квартиру. И я видел, как тамошние люди, а там были такие министры, замминистров, какие-то известные люди там. Ну, ну в общем, большие, большие советские начальники. И я видел, как они беднели. Они приезжали вселяться на Волгу, на черных, а потом эти волги куда-то делись появились Жигули, даже два Запорожца появился на а потом смотрю появились уже там какие-то новые да, люди, да, да Volkswagen и потом Мерседесы, все, и там один из этих, который поселился, значит мы с ним познакомились, и его тоже зовут Владимир Николаевич а вот э, мы с ним познакомились, он мне сказал, что он был замминистром там чего-то и очень ругал новую власть, что вот все ужасно, что это вот хаос такой, что э, э, разорение страны, все у, ужасно ругал. Потом я его встречаю, прошло какое-то время, я как-то иду, смотрю, он едет, едет, значит, на Мерседесе, останавливается, выходит с ракеткой в руках, зачем-то он мне хотел показать, что он ездит играть в теннис, вот. Я говорю, ну как дела? Он говорит, да ничего. Я говорю, ну что, все еще хуже, чем раньше? Он говорит, да нет, лучше. Я говорю, ну а что же вас смущает? Он говорит, так ведь воровать приходится. Я говорю, а раньше вы не воровали? Он засмеялся, говорит, воровали, но ну, не в таких количествах. Так что точно, как вы сказали. Видите? Да. Так что вот. Это просто, ну, просто на такой циничный выросло. Ну, те хоть прикрывались какими-то вот лозунгами, лозунгами я да. да. И все-таки они, они призывая людей к скромной жизни, должны были свою как-то ограничивать. И они всегда, кроме всего, знали, у них было еще, что вот кто-нибудь вылезет чуть-чуть, а, так ему... и ему Свои же. Да, свои же. Где-то ему запишут это сначала, а потом могут персональное дело и так, и так далее. И заставляли жить со своими старыми женами. Вот это беда настоящая. Вы написали ироничный текст нового гимна России. Да. Вы помните его? Ну, наверное, с трудом так могу вспомнить. Что там были за слова? Распался навеки союз нерушимый, стоит на распутье распутная Русь, но долго ли будет она неделимой? Я этого вам предсказать не берусь. Что-то от жизни хреновый, не, не помню, э, спустившись с вершин коммунизма народ под флагом трехцветным с орлом двуголовым и гимном советским шагает в разброд. Славим Отечество у каждого столика, где собирается нынче народ и горячо обсуждает символику и не имеет важнее забот. Это тогда символику все обсуждали. Вот. Дальше, что ли, выходить? Победил Сергей Михалков. Да, победил, да. Но 23 голоса было. А вы заметили, никогда? что он всегда побеждал? Да, он всегда побеждал. Да. Но 23 голоса тогда было за мой вариант. Вы вывели э, уникальный закон смены э, лидеров э, да, Советского да. Союза и России. Да. Лысый, волосатый, да, 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 лысый, волосатый. Да, действительно, если с Ленина да, смотреть, да, да? То есть это и дальше будет продолжаться? Ну, очевидно, да. Потому что, смотрите... Значит, но по, ну, пока что точно. даже да, Хотя власть вроде сменилась, да, а все равно продолжается, значит, и... Э, и Путин лысеет. И, и Путин, да, сильно лысеет, да. <с хотя, <с говорят, сейчас есть такие средства. Я не знаю, вам это виднее. Значит, говорят, что можно сейчас с этим бороться. Но не знаю. Но Путин, во всяком случае, если было такое, наверное, он бы на себя попробовал. Путин лысеет, значит, э, но ну, менялся с Медведем, значит... ну все Следующий было, Медведев да. будет опять. Да. Медведева а или Навальный. Но вы идеалист совсем. Нет, я не идеалист. Я... Почему, Владимир Николаевич, до сих пор, почему жив Сталин? Вот вы отвечали себе на этот Удивительный вопрос. Это да, это какой-то феномен. Вы знаете что? Потому что, я думаю, его искусственно поддержат. Его поддержат для поддержания вот этого состояния войны. Потому что у нас вот общество, оно и разделено на тех. Как ни странно, до сих пор кто за Сталина, и кто против, да? Ну, уже не э, против самой идеи, которую он олицетворяет, да? Идея, причем не коммунистическая, а идея... идея... Тирании Тр... восточной. Тирании, да, да, да. Значит, так вот, э, и по-моему, его, его искусственно поддерживает. И вот эти вот у нас бесконечные дискуссии. Меня пригласили однажды участвовать э, в, в дискуссии, значит, о роли Сталина. С одной стороны, должен был быть я, с другой – Проханов. Я не пошел. Я говорю, потому что сам факт этих дискуссий, значит, э, э, дает людям понять, что это вопрос спорный, кто, кто был Сталин. А по-моему, вопрос бесспорный, он был злодей. То есть раньше говорили «Ленина теперь живее всех живых», а получается, что Сталин, да, живее Сталин всех пережил. Да, Сталин пережил. Да, Ленина пережил. Вы доказывали нет. в своих произведениях, что Сталин был сыном не только Проживальского, но и его лошади. Да, да, <laughs> да, ну а что вы сомневаетесь? <laughs> да. Что такое свобода, скажите? Свобода. А свобода, вот говорили, это осознанная необходимость. Я говорю, а, а свобода это неосознанная потребность. Да, потому что человек, значит, не только человек, любое животное, да. Вот я говорю, значит, лев в клетке, он ощущает не, не свободу. Если клетку сделать размером с Африку, то ему там будет уже вольготно. Это зависит ощущение от ситуации. свободы от ширины клетки, от объема клетки зависит. У вас объемная клетка сегодня широкая? У меня да, сейчас объемная. Вы свободный человек? Ну, в какой-то степени. Вы знаете, это на самом деле вопрос философский, потому что если говорить, что свободный, не свободен, я не свободен от каких-то вещей. У меня есть какие-то внутренние э, внутренние, даже говоря, даже в какой-то степени внутренний цензор. Но он не такой, не советского типа цензор, но есть какие-то вещи, которые э, я, э, у меня рука не поднимается написать. Да? Есть какие-то вещи. А хочется. Э, нет, бывает не ну может бывает и хочется, но, но не потому что я э, ну бывает хочется, что не, я, не, я я бы написал, но я не хочу кого-то обидеть. Но это простое дело. Но есть какие есть какие-то вещи, которые я не, не решаюсь. Но э, это кончается может быть э, смерти. Я хотел описать одно самоубийство. У меня э, один близкий мне человек покончил жизнь самоубийством, и я хотел описать, а это не стал, потому что я подумал, что я напишу, а кого-то это соблазнит тоже какого-то не, не не конкретного человека. Вы да? часто влюблялись? Часто. Вы знаете, что? Грешинка. Я вам честно скажу, честно скажу, что я, когда я был молодой. Я влюблялся во всех женщин, которых я видел, Ну, кроме какого-то пенсионного возраста, конечно. Просто мне все нравились, ну, почти все. Они а все отвечали вам взаимно? Нет, нет, не все. нет. Дело в том, что я не всегда добивался. Это не, это не значит, это я, если влюблялся, это не значит, что я обязательно хотел добиться такого физического осязаемого признания. Нет. Нет, просто так вот. Ну, нравилось мне жить. Свою жену Ирину вы увели у друга, писателя Камила Икрамова. Да, да. А был ли момент раскаяния перед ним? Вот вы понимали, что что-то ну, что не так? Все время был. Все время. Вы с ним беседовали на эту тему? Ну, конечно, конечно, нет. Но мы потом подружились опять, все это у нас было. Но э, у меня были, я бы сказал, смягчающие вину обстоятельства, потому что я был в нее влюблен до него. Да, да вы вот, что? Да. Нет, ну как, мы, а, вернее, а, а, ну до того, как она стала его женой. Мы просто, ну я уже... То был, вы встречались? Я уже был уже женат. Но, но вы встречались но, тогда, да? Да, но мы, если я с ней познакомился, мы были студентами, я был просто старший, потому что я уже армию отслужил и все такое. Вот, И мы были на целине и там... Мы были в одном отряде, и я там в нее влюбился, потом мы приехали. Там было... У нас была очень смешная история: и, и драматичная, и, и, и трагическая, и комическая, и трагическая. она была такая: значит, когда я сначала познакомился с ним, с Камилом, потом на Целине познакомился с Ириной. И, а Ирина училась с ним на одном факультете, а, а я на другом, они а на, на филологическом, а я на историческом. Вот. И она меня, меня спросила, как ты к нему относишься? Я говорю, очень хорошо. Она сказала, нет, он такой, и начала его ругать. И я долго и упорно его хвалил, 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 пока не убедил ее в том, что он хороший. Значит, потом я вернулся. Он говорит, ну ты там познакомился с Ириной Браудой? Я говорю, да. Ну и что ты о ней думаешь? И я ему говорю, ну она такая замечательная, она такая. Же. В общем, я уговорил ее, потом его уговорил, потом вдруг потом уговорили я... обоих. Да, нет, я их не уговаривал, я их не уговаривал жениться, нет, просто уговаривал, что он хороший и она хорошая. Вот, они поверили, и в конце концов он ей сделал предложение, и для меня это было неожиданно. Вы расстроились. Я расстроился ужасно. Да. Вы были но, на свадьбе? Но, но я, я, я был не только на, на свадьбе, я был свидетелем их брака. Но дело в том, роман что... Роман надо писать об этом. Ну, ну да, надо, надо, но я уже не, не успею. Вот, а, Роман, ну вот я... То есть вы были свидетелем? Да. Сколько лет она была его женой? Она его женой была, сейчас я вам скажу, примерно, наверное, я думаю, пять лет. И все нет, эти пять лет вы нет. ее любили? Но я ее любил до того. Но в душе вы ее любили? Да, да. Но в душе я, вот сначала не, я не делал никаких предложений вначале, а потом уже нет, а потом сделал предложение. Но я был сам женат, но я, а Камил то был свободен, вот. И она тогда выбрала все-таки Камила, а потом Ну нас... вы его так расхвалили. Ну да, да, конечно. Вот он меня правда тоже хвалил. Вот. А потом он меня так тоже расхвалил. Что она и меня полюбила. Вот, да. Ну, вот, а потом все-таки, значит, вот я. Ну, как-то дело в том, что. Мне казалось, что он ее не очень любит потом уже, да? Вот. А я ее все-таки любил. Мне казалось, что он к ней несправедлив там по разным вещам. В своей книге автобиографической вы описали, как тяжело и мучительно 4 года она умирала. Да. Вы сильно страдали, когда видели все это? Конечно. Конечно, я, я не просто страдал, я просто сам... постепенно... Свалился у меня в тот год, когда она умерла, у меня после этого был инфаркт уже, после этого. У меня было, у меня вот есть какие-то боли в спине до сих пор, которые никто, врачи, даже вот тут был консилиум, один из профессоров, они не могут понять, от чего это боли. Одни говорят от позвоночника, другие говорят, что это от сосудов. Сосудистые врачи говорят от позвоночника, позвоночные врачи. Обратитесь к немецким врачам. Обращался то же самое. Вот. Так вот, я что хочу сказать. Вот когда она уже один из, предпосле... из, из последних дней, когда она умирала, я, я до этого, я просто, я когда-то бегал, потом э, стал ходить просто, но ходил много километров э, быстрым, всегда очень быстрым шагом, всех обгоняя, пешеходов. Вот. А тут выбежал, э, выбежал в аптеку. Мне надо было пробежать 50 метров, и вдруг резкая боль где-то здесь. Вот, и я просто сел до аптеки, а мне надо было срочно. Я немного перемог себя, потом в конце концов пошел, купил. И с тех пор у меня спина болит. Вот я уверен, что это на, на этой нервной почве. Вот. Но врачи этого понять не могут, и я не могу их убедить в этом. С третьей вашей женой Светланой вы сошлись да. уже не молодыми людьми. Да, да. Как это происходит в вот таком возрасте? Это физическое влечение или влечение двух просто людей друг к другу на сердечном уровне каком-то? Ну, я думаю, да. Я думаю, да. То -то у нас было так. У нас было а, как-то так это само собой, само собой получилось. Я, когда Ирина умерла, я даже как-то вообще и не думал о том, чтобы а, вообще входить в еще какие-то отношения. А так думал, уже доживу как-то. И на самом деле у меня было такое настроение. Я даже не могу сказать, может у меня была депрессия, а может быть и не было. Но я просто сидел, я никому не хотел звонить, ничего. Я сидел вечерами дома, пил немножко водку и так. Ну и не могу сказать, я не могу даже сказать, что я грустил или как-то, а в общем как-то, как, -то, как -то никак. А тут как-то я, я должен был выступать где-то в, в литературном музее, и пришла Светлана с Викторией Токаревой, которую я давно знал. Токарева я привела, и я я там выступал и читал стихи. А Светлане мои стихи понравились. А потом мы поехали. А потом мы поехали в ресторан в это самое в ЦДЛ. Мы в ЦДЛ поехали и там что-то такое и и что-то мне там кто спросил, а что ты завтра делаешь? Я говорю, а, да я говорю, я не знаю. А мне тут из, 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 из хата мне прислали два билета и я думаю пойти или не пойти? А потом говорю, а может, вы пойдете со мной? Она говорит, пойду. По пойду. Мы пошли, мы пошли вместе в а Потом как-то еще. И потом как -то... То есть Токарева фактически вас сосватало. Ну да, так фактически. Но как-то так. И мы так разговорились там. И все такое. Я понял, что у нее есть, у Светланы есть такое чувство. Она вообще привыкла о ком-то заботиться. Насколько она вас младше? На 7 лет. А Ирина Но была на 6. Она тоже была женой известного да, очень журналиста да, а да, Томаса да, да. Вы по женам прошли отчаянно. Да. Да. У вас, не, у меня первая жена не, не была ничьей женой. Слава богу, да. У вас было две дочери. Да. Одна дочь скончалась. Есть дочь и сын. Да. Сын занимается чем сегодня? Сын у меня по профессии, вообще он кончил строительный институт, потом он кончил какие-то архитектурные курсы, он долго занимался реставрацией зданий всяких, вот включая дом Пашкова, какие-то еще дизайном занимался таким внутренним а, квартир и домов, а сейчас как-то у него не очень много работы и он Живет в основном сейчас в Черногории, он купил себе там маленькую квартиру. Корни вот... видите, немножко. Да, 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 да. Его это, вот он, знаете, у нас в моем роду, значит, все говорили по-сербски. Но дедушка мой говорил с детства, а значит, папа мой выучил сербский язык, и чтобы переводить там сербский эпос, а, а я уже пропущенное звено, а мой сын сейчас вот учит. И я недавно был на каком то корабле, там капитан был э, хорват. И в это время позвонил мой сын, я дал трубку капитану, он с ним поговорил, он говорит, здорово, говорит, они все, еще... этот язык был сербо-хорватский, а теперь сербский хорватский отдельно, но это один и тот же язык. Видите, сын говорит по сербски, а дочь Ольга известная немецкая писательница. Да, да, ну не очень известная. Она вначале она начинала очень хорошо, а теперь она давно не печаталась. Поэтому... Ну, слушайте, пишет по немецки все равно да, книги. Да, ну конечно, но она не только она преподает немецкий язык. Вы даете какие-то советы профессиональные дочери? Ну да, иногда даю, да. Но она не всегда меня слушает. Но что-то у нее есть э, свое такое. У нее есть э, собственное чувство юмора, которое она... Она иногда пишет смешно, не подражай мне, потому что она меня практически не читает. Она меня иногда так вынуждена по-русски читает, но вообще она меня в основном по-немецки читала. У вас нет внуков. Это да. плохо? Это печально, да. Вы да. хотели бы внуков? Я хотел бы, но уже, я думаю, что уже поздно. Вы бы с ними занимались, вы бы с ними разговаривали? Как вы думаете? Ну, конечно, я бы разговаривал. Даже у меня сейчас собачка маленькая, я с ней разговариваю. С я, конечно, бы разговаривал. Вы много рисуете. Что? Обыкновенный такой на набор. Пейзажи, портреты, натюрморты. Вы до сих пор этим занимаетесь? Занимаюсь. Но у меня периоды такие. Сейчас в данный момент я, а я пишу не картины, а слова. Я я не мне, я должен погружаться, если я если я занимаюсь одним, я должен только этим заниматься. Я всем своим знакомым, друзьям и телезрителям просто советую прочитать вашу книгу, автопортрет, роман моей жизни, а, своеобразная автобиография. Ну просто браво, я вам хочу сказать, это великолепная книга, которую если начнет кто-то читать, он не сможет оторваться, настолько она блестяще написана. Мне вообще кажется, что но я не знаю, не хочу принизить Чонкина, но мне кажется, это главная книга вашей жизни. Нет такого ощущения у вас? Ну, я не знаю просто. Вы знаете, мне ä, всегда, когда ä, мне, 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 мне очень ä, хвалят Чонкина, мне бывает иногда обидно, что я думаю, ну я же еще кое-что написал. Что же, значит, не только Чонкин. Поэтому, когда ä, хвалят следующую книгу и даже говорят, что она лучше Чонкина, мне это тоже приятно. Спасибо вам большое. Вы автопортретом подвели итоги? Ну, в какой-то степени, да. Просто никто ничего не знает, и а, я, в любом случае, намного уже не рассчитываю, поэтому я решил, что пора подвести это. Вам скоро 81 год. Ну, честно говоря, вы очень моложаво выглядите и, и образ мысли и в состоянии внешнее и внутреннее, я не сомневаюсь, что прекрасное. Скажите, вот что вы думаете о старости? Когда-то она рано или поздно все равно наступит. И дай бог, чтобы наступила. Ну да, ну, вообще было бы лучше жить долго молодым, конечно, дай бог. Вот. Потому что, а, не, не знаю, некоторые находят а, в старости а, какое-то удовольствие, но нет, все-таки, когда не хватает тебе сил, энергии на то, на другое, это все-таки не очень. А не хватает? Не хватает, не хватает. Я, например, ну, я раньше мог сидеть и писать с 7 утра до, до 12 ночи. Вот. А сейчас у меня такого запала нет уже. Нет, но... Но нет, но я не жалуюсь, потому что я никогда не думал, что я доживу до такого возраста. и просто. Может, когда вас отравили в КГБ, они вам добавили какое-то вещество способствующее? А, может, специально? Да. Может... Такой замысел был интересный. Да. Сегодня может вы быть, ощущаете да. себя мудрее, чем 30-40 лет назад? Ну, наверное, в какой-то степени это каждый, может быть, это иллюзорно, потому что я знаю просто очень много старых, очень-очень глупых людей, и которые, да, которые, понимаете, может быть, поэтому это может быть самообман, но все-таки э, это вот э, говорят, если бы... Э, Старость умела, если бы юность могла, а не наоборот... Если бы молодость знала, я... Молод... а да. <laughs> если бы старость могла... Если бы старость смогла, <laughs> Да, вот это... К смерти вы тоже с иронией относитесь? Я... Ну нет, я бы не сказал, что я отношусь с иронией. Но опасно. Я... Не, ну, ну, а, ну да, может быть опасно. Но я отношусь к ней а, как вам. Я к ней, как ни странно, давно готов, понимаете. Вот я еще когда-то, когда мне было 9 лет, когда мне бабушка сказала, что я умру, я, я ей долго не мог поверить, но с тех пор, как я поверил, я всю жизнь как-то думал, думал об этом. И просто это не, неизбежный итог, и я отношусь к этому спокойно. Это правда, что у вас есть девиз жизненный «Бог не выдаст, свинья не съест»? Да, это правда. Вы всегда жили под этим девизом? Ну, до, до тех пор, пока а, эта свинья близко не подошла и не стала клацать своими клыками, понимаете? Вот тогда я подумал, что, в общем, да, что может быть и не съест, если Бог не выдаст. Я знаю, что вы всегда хотели быть летчиком, только недавно перестали хотеть. Да. Нет, а почему я перестал? Я не перестал. Я еще э, летал, просто не дали, как в прошлом году, э, на свой день рождения я, я летал. и, э, и За перед, штурвалом? Да, да. Да, я, вы что? Да, я летал. И перед этим год, значит, я просто выразил свое желание, нашел тут каких-то летчиков. Они меня позвали сначала на один аэродром, я летал на двух самолетах, на одном э, старом, по два восстановленным да да, да Поликарпов да и и на современном чешском э, маленьком самолете, который мне ужасно понравился и мне э, дали управление и я просто я понял, что я никогда это не забывал и я так летел и и летчик спокойно сложил руки и так сидел а я летал классно, когда сами управляете потрясающе. Сондом. Это потрясающее ощущение вообще. И мне это... У меня, конечно, нет сейчас уже такого страстного желания. Но у меня дома есть этот самый симулятор есть, между прочим. Не, путаться с путать стимулятором. Да, не, я... не путать. Симулятора нет, между прочим, пока. Хотя мне иногда здесь пытались поставить. Но я потом обращался к немецким врачам, они говорили, вы что, ни в коем случае. Вы в свое время писали прекрасные стихи. Вы сегодня стихи пишете? Пишу. А вы можете что-нибудь прочитать? А все плотнее идут годовщины, умножая рубцы и морщины. Но сдаваться старик не спешит, он на что-то еще уповает, хоть уже никогда не бывает, что нигде Ничего не болит. То запор, то понос, то колит, то, то мигрень, то не гнется колено, То распухла нога, как полено, То шарахает радикулит. Но старик юбилей затевает. Он парадный костюм надевает и на сцене сидит, как живой, поливаемый густой леем, что сопутствует всем юбилеям, и, 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 и смущен, и гордится собой, но слышна уже дробь барабана. Что там дальше? Нирвана, саванна или саван из ткани простой. Отшумят величальные речи, отгорят поминальные свечи, и извольте на вечный постой. Вот Это такое. вы себе к 80-летию написали? <laughs> Немножко раньше, да? <laughs> к 79-летию. Вот скоро сдам свои дела, и в путь, назначенный отбуду. Прощайте, не, не держите зла. Я скоро <laughs> с вами быть не буду. Не буду больше вас корить. И вашу совесть будоражить. Я жил, а мог бы и не жить, Тогда врагов не мог бы нажить, Тогда бы и мои друзья, Других людей друзьями были, И женщины, которым я был люб, Другие бы любили. Я жил, как было жить нельзя, Одним на зло, другим на зависть, Пред сильными не лебезя, И перед слабыми не чванясь. Не то чтобы героем был, Но честь берег и скромный дар свой. Народ жалел, страну любил, что не скажу про государство. Ну вот, чего еще не спел, уж не спою, как не, как не просите. Простите, если не успел, покуда жил, сказать простите. Потрясающе. Вы знаете, вы говорили, простите, что еще не спел. Вы ведь автор слов к сорока песням, да. которые исполняли в советских эфирах телевидения и радио. У вас слух вообще есть? Был, во всяком случае, я думаю, что он ухудшился, потому что как-то я мало. А был, потому что песню писать надо, иметь слух. Но я не играл никогда не ни начал. Вот Никита Сергеевич Хрущев, да. у которого слуха наверняка не было, да, да. пел с трибуны Мавзолея да, вашу песню да, да. Я верю, друзья! Караваны да. ракет да. помчат нас вперед, от звезды до звезды. Да, да. На пыльных тропинках и дальше по тексту. Да. Вы знаете... Э, а дальше по тексту он сказал, э, на поле далекий, Останут? Останутся. Он сказал, останут? Потом так сделал. Останутся наши Вы знаете, я, во-первых, всему хорошему рано или поздно приходит конец и нашему интервью тоже. Но чтобы закончить его на необычной такой ноте, и именно на ноте, я бы предложил вам, автору слова, к этой песне, которую пел Хрущев с трибуны Мавзолея, я бы предложил вам чуть-чуть ее спеть. Чуть-чуть ее спеть, с какого? Сначала или... Сначала. <с> Необычная просьба <с <с к писателю, правда? Да. я иногда пел в этом у Спенского, знаете, наши гавань он меня заставляет, он такой тиран, он заставляет всех, и я пел несколько раз, однажды даже пел с генеральным секретарем, на другим, с Горбачевым. Пели с А что вы пели с ним? А что-то, ну, Горбачев что-то пел про кукурузу, а я пел, ну, такое смешное что-то, а я пел а, свою песню «Рула-ты рула», знаете? О, конечно. Фельдсмана, да. Да, Фельдсмана, да. Вот, да. Да. Да, фельдсман, да. вот а, а, да, еще я пел, да, я, я пел, я вот гимн, который я сочинил, который я предлагал, я пел в, в Израиле, там у нас был тур такой, и я там с другими певцами, а, пел. И, значит, после чего Ким, Юлия Ким обещал мне научить играть на гитаре, я сказал, ну уже, наверное, поздно. Вот. Он говорит, это легко, но я не верю. Заправлены в планшеты космические карты. И Штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка ребята закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я. И, или, друзья, на ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Тромпота.